Сегодня в Набережных Челнах начали праздновать День работника автомобильного транспорта, который традиционно отмечают в России в последнее воскресенье октября. В честь этого в концертном зале имени Сары Садыковой прошел торжественный вечер, посвященный работникам предприятий автотранспорта и дорожного хозяйства города. Приглашенных ждала программа, состоящая из песен и танцев, подготовленных творческими коллективами. Лучших работников отрасли наградили. Я хочу в целом сказать, что самое главное, основная часть жителей удовлетворена работой, вашей работы. Поэтому разрешите похлопать, наверное, сами себе и сказать спасибо вам за большую, за хорошую работу. В зале представители разных организаций города – Камдорстрой, Электротранспорт, Альтекс, ПАД и других. Всех их объединяет одна тема – дороги. Кто-то по ним едет, другие строят. На вечере был отмечен ремонт главной дороги города – проспекта Мира, который прошел в этом году. Не забыли и про статистику. Набережные Челны занимают 5-е место в России по качеству дорог. Мероприятие очень хорошее. Спасибо администрации города, спасибо руководителю нашей фирмы, что не забывают нас, стараются оценивать наш труд по достоинству.